Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы вам расскажем про иван-чай. Иван-чай – это уникальный источник природной энергии и витаминов, известный нам еще со времен Древней Руси. Ранее иван-чай использовали в лекарственных целях, так как в нем содержится витамина С в разы больше, нежели в апельсине, грейпфруте, а также шиповнике. В отличие от зеленого и черного чая, иван-чай не содержит кофеин. Соответственно, его могут пить люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но есть некоторые рекомендации, что иван-чай лучше не употреблять беременным женщинам, людям, страдающим пониженным давлением, а также совмещать прием иван-чая с приемом седативных и жаропонижающих лекарств. Отмечено, что употребление иван-чая как в горячем, так и в холодном виде способствует снятию тревожности и эмоционального напряжения, лечит головную боль, а также мягко очищает организм от токсинов. Благодаря противовоспалительным свойствам, о которых уже было упомянуто ранее, иван-чай оказывает оздоровительное воздействие на полости рта, укрепляет десны, а также нормализует микрофлору кишечника. В процессе заваривания иван-чая мы рекомендуем соблюдать некоторые правила. Для того, чтобы получить напиток средней крепкости, необходимо 2-3 чайные ложки иван-чая поэтапно залить 0,5 литрами горячей воды. На первом этапе чай заливается сначала 200 мл кипятка и настаивается в течение 5 минут. Далее заварочный чайник или френч-пресс доливаются оставшиеся 300 мл горячей воды, и полученная смесь настаивается еще 10 минут. При охлаждении заваренный иван-чай не теряет своих полезных свойств. Также мы не рекомендуем добавлять в иван-чай сахар, так как это может не лучшим образом отразиться на вкусовых свойствах напитка. Заменить сахар, возможно, медом и сухофруктами.